Последние несколько лет напряженной работы в Сочи именно ХТОВ возглавлял краевой оперативный штаб, отвечавший за готовность инфраструктуры и олимпийских объектов, который строил Краснодарский край. Первый замгубернатора также курировал ход строительных работ в так называемой зоне гостеприимства в прибрежном кластере, где во время игр жили спортсмены и гости. Качество той огромной работы, которую проделал край столицы зимней Олимпиады, отметили как российские, так и зарубежные специалисты.